Всем, ребят, привет! Я выбрался на очередной коп, на старое местечко. Позади меня у нас находится старый колодец. Деревня у нас практически вымерла, несколько населения здесь, несколько человек. Выбросил я снова с юрцом. Юрец! Больше у меня пока сегодня не нашлось товарищей, которые могли бы выбраться со мной на коп. Погода у нас ужасная. Тучи. Тучи везде, кругом, слева, справа, везде. Так что хочу попробовать узнать, что у нас в этом колодце. Сегодня я хочу испробовать свою находочку. Находочка у меня вот такая вот. Поисковый магнит. И хочу впервые его использовать. Не знаю, как результаты, но первое место, которое я хочу испытать, это вот этот старый колодец. Вот, я вам уже в видео показывал его. Оно очень вот такого вот ужасного состояния. А внутри венцы уже сгнили. А внутри вода непонятного рода, характера. Очень сильная пленка какая-то. Вот сейчас мы хотим узнать, что у нас тут имеется. Ну ладно, смотрим. Итак, так, готовимся к первому забросу. Надеюсь, шнура хватит. Оп. Он мелкий. Опа. Что-то цепляет. Хотя колодец у нас заилен. Магнит у меня не очень-то и мощный. Так что не знаю, какие будут здесь результаты. Я по всему диаметру колодца. О, что-то, блин. Ничего себе, блин. Что-то там. Ну, сейчас я свою шайбочку тогда достану. Что-то цепляет, но силов не хватает. Ведерко, наверное. Что-то зацепил. Ведро. Ведро видел, я всплыл ведро, но мне его не поднять. Потому что оно еще плюс ведро с илом. Мне его не поднять. Вон на ведро у нас. Вон оно. Видно, ведро старое. Не, отрывается ведро. Ведро видно, вот здесь вот новое лежит. Видно, замена того. Ну а так, не знаю, сейчас посмотрим. Магнит чистый или какой? Магнит чистый. Ил. И находится там ведро. Так что ничего интересного в этом колодце мы не подымем. Жаль, конечно. Как говорится, первый опыт. Площадь проверки маленькая, всего-навсего метр на метр. Ничего интересного. Только ведро вон поднимается. И все. О, я ведро зацепил. Вот и вся находка. Старое ведро. Ничего интересного. Только старое ведро.
Ну ладно, хоть доброе дело сделали. Достали старенькое ведро. Может, кому-нибудь оно из жителей, которые остались, пригодится. Ладно, последний заброс сделаем. Посмотрим. Может, что еще будет. Хотя вряд ли. Ничего не цепляет. Нет, пусто. А если что-то и есть, то на большой глубине выли. Чисто. Все? Смотрим. Я думаю, еще у нас появятся какие-нибудь места, и мы снова там с магнитом поковыряемся. Пока. Итак, Юрец что-то ругается. У меня находка выпала. Очень интересная монета. Я не знаю, что это за монета такая. 1930 года. Здесь вот такой, смотрите, орел. То ли немец какой-то, то ли чё. Вот такая вот монета. А с другой стороны голова мужика какого-то. Наверное, австро-венгр. Сейчас я немножко посмотрю, что это такое. Не знаю, не знаю. Но видно, что вот здесь вот она, походу, у нас медная. Ну, вот такую монету я в первый раз выкапываю. У нас таких монет не встречается в районе, в регионе. Классная. Спрашивать у вас, что это за монета, смысла нет, потому что я обязательно домой приеду и узнаю об этом первый. Ну а так классная, зачетная монета. Ладно, ладно, продолжаем. Итак, ребята, наконец-то у меня действительно сенсация. Такую штуку поднял. Смотрите, какая здоровая. Ай-яй-яй, какая шайба. Обалдеть. Пока не знаю, что это такое. Со всех сторон лысая. Блин. Ну, судя по всему, наверное, какая-нибудь масонская. Потому что лысая. Сейчас немножко я его почищу. У меня есть мыло с вода. И посмотрим, что это такое. Ну, монета, смотрите, такая здоровая. На три пальца. Классная. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Не ожидал, не ожидал. Ну, ладно, продолжаем. Сейчас вернусь к этой монете, почищу, вам покажу. Итак, ребята, меня Юрец позвал на совещание. Совещание вот какого рода. Выпала у него монета. И монета очень хорошая, ценная. Как вы видите, сохранчик отменный. А год, смотрите, какой. Да, да, это у нас раритет 1925 года. Сохранчик бодрый, вообще бодрый. Не знаю, как у нас тут еще серп. Куда указывает на полюс или за него. Ну а так, в среднем, эта монета по каталогу числится 8000 рублей. Что, неплохо Юрец съездил? Зачетно, зачетно. Моему поздравления. Ладно, продолжаем. Так, ребята, это стоит заснять. Снова был хороший, четкий сигнал. Наверное, первый же венец тоже так же примерно, хотя до самого фундика вот он проходит еще, наверное, полметра. И вот отсюда выпал у меня вот такой вот, смотрите, что. Опять огромная монета. Жалко, к сожалению, он затертый. Его кто-то, наверное, наждачкой обработал. То есть ничего хорошего из этой монеты не выйдет. Так как обычный цвет мед. Ну, как вы видите, имеется сзади орел, довольно-таки неплохо сохранился. Год. Год 1800 какой-то, не знаю. Вот, но это снова 10 копеек масонские. Здесь, как вы видите, полностью уничтожен. Но вот так вот орел у нас бодренько.
по-моему, тоже 37-й год. Забираем, конечно же, забираем. И продолжаем бить этот фундик. Смотрим. Интересно, явно еще что-нибудь выпадет.